подходит, а? Главное, так и позавтракали. Без хлеба и без соли. И сахар, между прочим, заканчивается уже. Так и без него зато, Таня. Он как хорошо, спокойно. Первый раз за сколько лет вот это спокойно позавтракали. А и хорошо, что без соли. Знаешь, она вредная. Мне Ираида Васильевна, между прочим, за место соли такую мазь порекомендовала. Ой, Таня! Сереж, ну где ты ходишь? Ну 2 часа за хлебом ходить. Нормально, тебя за сменку посылать. А, смотря за чей, Таня. Если бы за моей, так мотнулся мигом бы туда-сюда. Клара Захаровна, давайте сегодня без этих ваших каламбуров обойдемся. Так, ты пришли. 5 магазинов обижал, нигде нету колы. Нигде. Кстати, это, какой счет? Какой счет? Пока что 1-0 в мою пользу. Клара Захаровна, не начинайте, а? Я не у вас спрашиваю. Тань, какой счет? Да какой счет-то, Сережа? Кто с кем? Что, кто с кем? Ну ты спрашиваешь, какой счет? Че, уже играют, что ли, сегодня? Я тебя спрашиваю, Тань, какой счет? Ну, число какое сегодня? Господи, совсем сдурел со своим футболом. 11 июня сегодня. Слава богу, успеем. Так, берите бутылки. Ой, лимонад мне! Ой. Мама, да ты что делаешь? Что вы делаете, а? Лимонад пью. Господи боже мой. Сережа, а ты что делаешь? Тихо! Ты что, Сережа? Вот она, родная. Пустая, ты посмотри, пустая, Таня, пустая, черт побери. Ничего не понимаю. Сережа, объясни, что ты делаешь, а? Он так. Меня убить хочет уже 18 раз за неделю. Клара Захаровна, если бы я вас убить хотел, взял бы вот бутылкой, да как... Сереж. А я эту ищу путевку в Португалию. Открывайте бутылки и смотрите, там под крышечкой должна быть путевка на чемпионат Европы в Португалию. Понимаете вы? Ищите, давайте, ищите. Это ко мне, сейчас я, это ко мне. Господи, кто это к нему в такую рань? Психиатр. Сережа написал. Давай, читай. Слушай, ну просто получилось. Вот. Полузащитник Андрей Коряка бегает быстро, как собака. Нормально? Ну, нормально. Так, слушай следующую. Полузащитник Гусев Ролан бегает быстро, как горный баран. Ну? Оригинально, в принципе. Вот, вот, да, это просто хит. Нападающий Александр Панов бегает быстро, как стадо слонов. Слышь, Кумар, а что вообще вот стадо слонов, оно вообще быстро бегает? Как по-твоему? Ну ты что, если в джунглях пожар, ты знаешь, как слоны бегают? Я по телевизору видел. Бегут. Давай, знаешь что, добавим. Нападающий Александр Панов бегает быстро, как на пожаре стадо слонов. Вот. Скажи честно, ты с утра уже треснул? Ну, я чуть-чуть, граммов 350. Ну, вдохновение же. Муза. Ну, давай, давай, дальше. Все. Ты понимаешь, у меня с такими кричалками, блин, не то, что в Португалию, в тюрьму не возьмут. Как ты дал бы? А ну, иди давай, пиши дальше. Давай, давай, давай. Сереж, может быть... Ничего не вижу. Ой, Тань, я уже не могу, честное слово, не могу. Зараза, слушай, вот объясни мне, пожалуйста, по-моему, вот это голый, дохлый номер найти вот под такой махонькой крышечкой, такую махонькую путевку. Ну куда? У страну Лилипутию. Мам, ну, наверное, там не сама прям путевка-то будет лежать, а какой-нибудь знак. Какой знак? Черт его знает какой. Прям где? Вот тут-то? Ну, так что ж ты меня не сказала, господи. Может, у меня и был знак какой-то, а я пропустила. Клара Захаровна, ну что вы копаетесь опять в вашем мусоре? Тут моего нету, Сергей Геннадьевич, тут в основном все ваше. Я же вас просил открывать бутылки. Ой, господи, смилуйтесь, ну нету сил же никаких, вот тут стоит, а? Сереж, ну не лезет уже, правда.
Да вы что, ее пьете, что ли? Ну, а что ж мы с ею по-вашему делаем? Ноги моем, что ли? Она сладкая. Показываю. Берете бутылку, открываете, смотрите. Идете к раковине, эту химию поганую выливаете. Бросаете бутылку, открываете новую. Смотрите и опять выливаете. Понятно? Понятно. Хорошо. Тань, он нас по миру пустит когда-нибудь. Так я деньжище, а? Ужас. Дай мне хоть кастрюльку какую. Я солью, да хоть киселя наварю вечером. Тань, нет хлебушку у тебя. А то сели обед, хлеба нет у нас опять, а? А колы не хочешь? Ой, что это у вас? У нас тут Сережа собрался ехать в Португалию на чемпионат Европы по футболу. А там чего, колы нет? Валечка, не разговаривай много, прошу тебя. Лучше садись и помогай нам. Мы вдвоем до вечера не управимся. А вечером вместе поужинаем. Ага. Давай. Ух ты. Это кто? Все, бездарность. Припух. Помощник тебе. Знакомься, это Михаил. Это бездарность. Сейчас у нас будет этот. Мозговой штурм. Давай. Подожди, а в чем суть пальки? Ты объясни. Эти по ящику объявили конкурс. Ага. На лучшую кричалку про сборную России до чемпионата Европы в Португалии. Ага. Значит, приз — путевка на двоих в Португалию. А что на двоих-то? Наши трое? Этот за бутылку работает. А, ну, в принципе, адекватная замена. А что? Слушай, Сереж, вот такая вот получилась, смотри. Ну? Полузащитник Дмитрий Лоськов бегает быстро, как стадо козлов. Ну, правильно. А как ты догадался? Интуиция. Слушай, заткнись ненадолго, ладно? Ну? Послушайте, ребят, кричалки — это прошлый век футбола, понимаете? Ну, раз, два, три, Зенитушка, дави. Ну что, ну миллион таких пришлю. Ну, сейчас, ребят, надо писать песню про футбол. Понимаешь? Во-первых, это свежо, оригинально, и никто так не делал. Не, ну, ребят, ну слушайте, песню я только за две бутылки буду писать. Старичок, ты побереги печень для свадьбы. Это я тебе объясню, Серег. Надо писать песню. Это вообще никто не делал, понимаешь? Сейчас, подожди. Записывай. Так, пиши. Куплет. Значит, звенит в ушах, звенят бутылки и стаканы. Мы за победу наших выпьем по одной. И тренер всех подряд целует в зюзю пьяный. Имеет право, он сегодня выходной. Ну, гений. Слушай, и ты что, это прямо сейчас вот это придумал? А то. Миша. А ты уверен, что эта песня про футбол, а не про... Ты пойми, это последний куплет. Это когда уже наши всех в финале выиграли у них и пошли это в банкет отмечать. Сейчас первый придумает. Так, давай. Звенит в ушах, мечом попали в бошку гады. И доктора бегут с носилками ко мне. Но тренер матом кроет, дескать, Миха, надо! Ух ты. И я иду играть! И шприц торчит в спине. Нет, это гений. Это гений Спиноза. Слышь ты, а почему шприц-то в спине торчит, Спиноза? Ну, это преувеличение, Серег. На самом деле он, конечно, в заднице торчит. А между прочим, у нас был такой случай. Играли мы, значит, на первенство микрорайона. Высокий уровень, ага. Зидан курит. Ты это внукам своим будешь рассказывать эти байки? Ты давай второй куплет сочиняй. Давай, пока прет, давай. Давай, записывай. Давай. Звенит в ушах от нецензурных выражений. С трибун болельщики кричат: козлы, позор! И ты попробуй после этих унижений попасть в ворота, даже с метра точно в створ. Миш, я тебя просил про сборную написать песню, а не про себя. А я это про сборную. Конкретно знаешь про кого? Про Дмитрия Булыкина. Миш, между прочим, нашим завтра играть. Так что ты давай не каркай, а то полетишь с балкона, как пьяная ворона. Сереж, ну знаешь, а мне вообще понравилось. Хорошая песня. В общем, короче, так. Я иду на кухню,
проверять, как там идет работа с крышечками. И через 3 минуты возвращаюсь и удивляюсь, какая офигительная у нас получилась песня. Ой, меня уже пальцы... Ну, господи! У меня уже пальцы не разгибаются! А что, нельзя было купить нормально путевку? Господи, боже мой. Путевка-то, между прочим, 2000 стоит. А Сережа накопил всего 250 за 2 года. И на все деньги купил целому. А что, Голь, Тань, ты знаешь, уже у меня никаких сил нету. Пойду отдохну и мусор выкину заодно, бо уже накопилося. Ты глянь, сколько там накопилося мусора. Мама, ну ты что делаешь-то? Та это в меня уже в старый дурый бзик. Представляешь, по привычке сейчас соберу. А что это за знак-то должен быть? Что там у них у футболистов? Я не знаю, ну мячик, что? Стакан, скорее. Стакан? Девочки, знак! Ура! Почему не работаем? Ну, наверное, мы тут вам не рабыня Изаура сидим. Сережа, бля, ши. Правда? Девочки, мои окулярчики, мои Ну, знаешь, подруга дорогая, не ожидала от тебя такого. А я-то здесь при чем? Могу себе представить, что он будет у Португалии вытворять, Таня. Лучше б деньгами взяли. Я так давно мечтала встать на горные лыжи. Серега, Миха точно гений. Только послушай, что он написал. Миха, да, читай. Не, Олег, да давай ты, а. Ну ты все-таки знаменитый актер, у тебя лучше получится. Какой же я знаменитый актер? Так снялся в паре тройки хитов. Не, Олег, если честно, то ты вообще мой любимый актер. Мирка, а я таких авторов вообще никогда в своей жизни не встречал. Я вообще очень рад нашему знакомству. И я? Мирка, эй, я еще здесь. Потом целоваться будете. Ладно, давай вместе, Миша, давай. 3, 4. Звенят в ушах аплодисменты и фанфары. В финале мы уже 4-0 ведем. И как спасли Европу от монгол-татаров, так в Португалии Европу всю порвем. Да-да-да! Класс! 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 А теперь вот этот вот листочек сверните в трубочку и засуньте в то самое место, откуда у Миши шприц торчал. Почему это? А потому что, как говорит моя теща, Лара Захаровна, вже не треба. Ну, Сережа. Вже вмер. Миха, смотри сюда. Под крышечку. Путевка в Португалию для двоих! Русские вперед! Русские вперед! Оле, 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 оле! Россия! Я сказала, вы что тут расплясались? Значит так, Миша, извини, ты никуда не едешь. А я? А ты едешь, но только со мной. Потому что одного я тебя не пущу. Хватит мне уже одной дочки из Барнаула. Пошли одеваться, за путевкой поедем. Пойдем. Миша, я тебе из Португалии привезу бутылку португальского портвейна. Русские вперед, русские вперед. Портвейн он мне привезет. Даже мне алкоголика нашел. Ладно, Олег, знаешь что?
Пошли ко мне. У меня там целый холодильник пива. Я, между прочим, к чемпионату тоже подготовился. Слушай, пошли. Русские вперед! Русские! Вам кого? Я ваш сосед сверху. У вас не будет сахарочку? Сейчас. На, вот тут вот сахара, как в моче у диабетика. Приятного аппетита. И это ты под крышку загляни, там путевка в Португалию. Счастливого пути. Что не с этой Португалией? Чего я там не видел? Хоть по-людски. Слушайте, а все-таки хорошо, что я нашла им эту путевку. Ну, да, зато целый год теперь буду хозяйка у собственной квартиры. Что это год? Чемпионат месяц идет. Год. Сиди ты, месяц. Как это месяц? О, зараза. А я и все время недолюбливала этих португалов. Никогда ничего толком сделать не могут. То Америку на нашу голову открыли, то портвейн придумали. Ну, давайте. Давайте. Клад Захарна. Насчет Америки я согласен. А вот по поводу портвейна это вы зря. Не, Комарик, ты знаешь, там это прямо от него голова трещится. Трескается все. А раз вы говорите месяц, Риорович, значит, его надо прожить так каждый день, чтобы не было мучительно больно. Налейте мне бойцу. Вот по этому поводу как раз, по этому поводу у меня есть тост. Давай, Комарик. Давайте сегодня выпьем так, чтобы утром мучительно болела голова. Комарик! Так, мальчики, девочки, слушайте сюда, завтра вечеринка у меня дома. С утра прямо начинаю. Ага. Наготовлю всего, значит, будем музыку слушать, потанцуем, вино пить, разговаривать, все такое. Ну, ой, а завтра еще концерт будет хороший по телевизору, я знаю, праздничный. О. Слушайте, товарищи, кто до меня за сахаром приходил? Артист. Да ну, ладно. Артист. Но я его узнала, виду не подала, конечно. Знаете, он кто? Этот. Валя, он еще это, у трубача, у клипа, они вместе. Ага, да, сейчас. Тит Егоров, что ли, господи, как его? Да ну. Егор Титов, футболист! Нифига да. Себе! А он что, здесь живет, что ли? А я его раньше вообще не видел. Ну и что? Он у Лены Жозефовны трехюродный внук, тоже футболист. Так его дома вообще не видит никто. Они заняты, у них то пьянки-гулянки, называются сборы. А чего этого Егорова? Ты чего, его не взяли в Португалию, что ли? Ты что, не знаешь, что ли? Его подставили! Злобные темные силы в лице федерации этого пакостного Уэльса! Для того, чтобы не пустить нашу сборную на чемпионат Европы, подсыпали Егору допинг прямо. Можно так? Ой, вообще. Так, давайте вот это сейчас выпьем, так. Чтобы за все. И больше ни слова про не футбол. Надо, давай, Григорий, ну его нафиг. Больше, ну. Потому что только что сбагрили одного футболиста. Слава тебе. Кого тебе сбагрили? Сбагрили. А это мы про... Сбагрили. Егора Титова разговаривали. Ну что, принесли эту путевку? Принесли! Да. Вот она! А по-моему, очень хорошенький стаканчик, Сережа. Ну что ты, посмотрите, какой шикарный. У нас такого не было, да за ним 2 часа очереди еще стояли. Такая толпа. Отличный, по-моему, стаканчик. А как же Португалия? Не поедем. Неохота. По ящику посмотрим. Слушай, а пойдем к тебе этот твой холодильник с пивом принесем и будем смотреть. Что сидишь? Пошли. Ну, принесем холодильник с пивом. Давай, потом запьем. Пошли за холодильником, с пивом. Что, Серега. Ну так вот. Ты сама сказала. Надо найти пробку со значком, со стаканом. Я эту пробку нашла и отдала Сергею Геннадьевичу. И вот. Я думаю, Сычева поставит, наверное, да? Первый тайм. Булыка и Керш будет играть. Увидите.
Сережа, что делать? Одна есть черная в белую горошину. Дорогая! Футбол! Сергей Геннадьевич, а что это вы тут расселись, как павлину курятники? Собрались в свою Португалию, так давайте мандруйте. У нас концерт сейчас будет. А у нас футбол. 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 Ну идите свой футбол смотреть, он к Григоровичу. А у меня телевизор маленький, там даже мяча не видно. Да, а у меня у собой зрение минус 16, давление за 300 прыгает, Тань. Ой, Лара Захаровна, а нас зато трое. Большинство, вот так. Так что вы идите, Григорович. Ах, да, мама. Да, стой. Валентина. Запасно идет. А вот так, вот тут. Вопросы. Слушай, тупик. Я открою. Девочки, держаться. О, Фортуна! Если сейчас мужик придет, значит нас больше, и мы остаемся здесь. А если женщина, то ладно, тогда по справедливости уходит ко мне. А, справедливо, справедливо. Да, что? Давай, 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 ждем. Здравствуйте. Можно мне у вас телевизор посмотреть? А то мой сломался не вовремя. Садись, брат, ты пиво будешь? Давай, давай, точно футбол начнется. Какой футбол? Концерт. Там мы с трубачом петь будем.